Добрый день, зрители! Я опять с вами на нашем канале «Переезд на юг без денег». Сегодня я вам хочу показать немножко наш рынок центральный и памятник ГИБДД. Я ездил в ГИБДД сегодня. Я сегодня обменял водительское удостоверение и обменял права тракториста. Ну, всем спасибо. Смотрите. Внимательней. Всем до новых встреч. Рынок города Архангельска. Ничего. Это я снимаю для своего видео, для своего ролика. У меня люди спрашивают иногда, какие у вас цены в Архангельске на фрукты. И вот они сравнивают. Да вот с удовольствием хочу купить, но попозже семушки. Людей угостить там, где семга не ловится. Конечно, вот снимаю видео специально, им хочу выложить, показать. Какие цены на семгу у нас. Да икра у вас натуральная, да, все это?
700, гречиха 700 рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, что я снимаю это у вас. А зачем вы снимаете? А я снимаю для своего канала, для Ютуба. Люди просят, чтобы я показал цены, какие у нас в Архангельске. Ничего страшного. Вы не понимаете, что люди не понимают цены? Нет, они что понимают, что надо качество цены. Товара смотреть. Да, да. Они я цены. Согласен с вами, что и качество товара тоже. Надо смотреть качество товара. Цена может быть одна везде. Это-то ясно. Вы это не понимаете, это я с вами согласен полностью. Я с этим полностью не согласен. Снимать, я вас не снимаю, я себя снимаю. Я не вас себя снимаю. Видите, на экране я. Постельный белье одеяло. Нет, спасибо. Вот такой у нас рынок в Архангельске. Вот такие цены приблизительно. Немножко набрался наглости, поснимал в наглую. Конечно. Ну, всем спасибо, что смотрите нас, что вы подписаны на наш канал. Большое всем спасибо. Машинка стоит у нас в Архангельске возле ГИБДД.